А у нас игрок команды «Мотор» Доронин Юрий. Юрий, скажите, пожалуйста, чего сегодня не хватило, по вашему мнению? Ну, как по мне, у нас всегда проблемы с ротацией бывают. Если все игроки приезжают, то мы побеждаем. Если, вот, например, Ярослава Гуреева нет или Максима, Максима Егорова, то у нас игра сыпется и становится намного сложнее играть. Вот. Ощущается ли эмоциональная усталость в команде от того, что игры проходят каждую неделю? Может быть, это явилось причиной того, что у вас проблема с ротациями? Нет, этого нет в команде. Нет. Не ощущаем. Всего лишь одна игра в неделю, это несложно для команды. Может быть, кого-то хотите выделить из команды противников? Наверное, ну, всех больших той команды, особенно Виталий Ионов. Очень хорошую игру сегодня показал. Спасибо.